чудесный пес-здоровяк по кличке Риттер был домашним и любимым. Но однажды его семья потеряла свой дом, и люди были не в состоянии заботиться о своих животных. У них был еще один пес – Корки. И хотя хозяева сильно переживали о любимцах, они были вынуждены сдать их обоих в гуманное общество округа Гамильтон в Индиане. Как только Риттера разлучили с владельцами, он сильно затосковал. Растерянный пес нервничал и был буквально убит горем. Питомец не понимал, куда делась его семья и почему он остался совсем один. Риттер сидел в выделенной ему конуре, прижавшись к стенке и уставившись в землю. И хотя персонал приюта делал все возможное, чтобы облегчить участь животного, все вокруг понимали, что ему срочно нужен дом. Питомец получил много внимания от сотрудников приюта, но по-прежнему был очень сдержан. Тогда персонал опубликовал историю о нем на Фейсбуке в надежде, что кто-то захочет приютить милого, но очень грустного здоровяка. Вскоре нашлась девушка, которая захотела забрать Риттера. Это была Софи Спенния, уже давно мечтающая завести крупную собаку. Она ждала, когда у нее появится дом и больше места, поэтому сразу после покупки первого жилья занялась поисками питомца и остановила свой выбор на грустном здоровяке. Девушка видела, что пост о песике, размещенный в социальных сетях, стал вирусным. Она переживала, что попросту не успеет забрать Риттера. Узнав об этом, начальник Софи даже отпустил ее с работы. Когда потенциальная хозяйка приехала в приют, она нервничала, понимая, как плохо Риттеру после расставания с семьей. Девушка волновалась о том, что пес не примет ее, но стоило Софи войти в комнату к питомцу, все ее опасения растворились как дым. Как только Риттер увидел Софи, он быстро побежал ей навстречу и положил свою огромную морду прямо ей на колени. Растроганная девушка тут же написала заявление об усыновлении здоровяка и вскоре смогла навсегда забрать его домой. Пес, усевшись на сиденье в машине, не мог перестать улыбаться. Он сиял от счастья, понимая, что теперь у него снова есть дом. Сейчас Риттер привыкает к новой обстановке и осваивается. Софи проследит за тем, чтобы песик был счастлив всю оставшуюся жизнь.